I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talk about problems that I don't care. Знаете что, девочки и Дима, я не намерена на этом диване просидеть всю зиму. Я хочу на Бали. Я тоже хочу на Бали. Вообще-то вы не одни хотите на Бали, я тоже очень сильно хочу на Бали. Ребята, меня возьмете? Груша, ты совсем тю-тю. Вот у тебя есть деньги, чтобы оплатить отдых? У меня, допустим, нету, и у Димы нету, и у Насти 100% тоже нету. Поэтому нам лететь не за что. Дима, вообще капец, ты такой бедный жених у Дианы. Вот Диана хочет на Бали, и мы тоже хотим на Бали, и ты тоже хочешь на Бали. Но мы сидим на диване и смотрим Бали, это по телевизору. Ребята, вот я хочу на Бали, потому что там есть обезьяны. Их можно скормить бананчиками, мандаринчиками, прямо с рук. Они тебе на руки садятся. Ага, Груша, а еще эти милые обезьянки могут откусить тебе палец. Я уже была в Таиланде и видела этих обезьянок. Так они меня чуть не сожрали. Знаешь что, Диана, ты мне должна с тобой на Бали взять, чтобы я тебя от обезьян защищал. Хотим на Бали, хотим на Бали! Девочки, серьезно, на Бали они хотят? Тогда давайте думать все вместе, где взять деньги. Вот лично у меня денег нету. Так, Дим, у тебя есть какие-то варианты? Диана, у меня только один вариант. Я тебя готов защищать от обезьян. Ребята, меня осенило. Вот вам, конечно, повезло с такой подругой, как я. У меня такая крутая идея. Короче, я, кажется, придумала, как заработать деньги и поехать на Бали. Диана, как? Дима! Вообще-то Диана наша подруга, так что успокойся. И не вмешивайся. Короче, ребята, я придумала, где взять деньги. Мы их с вами заработаем на новогодних предсказаниях. Ура! Диана, а как это? Значит так, девочки, вы сейчас идете заманивать клиентов, ну а мы с Димой будем предсказывать. Да, слышали, я буду предсказывать. Диана, может Дима пойдет клиентов заманивать? Да, на улице как бы холодно. Слушайте, девочки, на Бали отогрейтесь, давайте скорей. Да, пока путевки по новогодним ценам продают. Да, Дима, жених называется. Да, сидит тут на диване и командует. А между прочим, Груша хочет бананчиком покормить обезьянку. И мандаринками. Вот и отлично, заработаем денег, поедем на Бали и покормите обезьян. И мандаринами, и бананами, чем угодно. А сейчас за работу. Ладно. Давай, я быстрее. Ну и здесь. Диана, ты такая гениальная, так рад, что твой парень. Дим, я и так знаю, что я гениальна. А сейчас давай за работу предсказания делать. Какая, Диана, предсказания делать? Заходите! Послушайте, я не верю в предсказания, зачем оно мне надо? Я не готов с ними распрощаться. Вы что, вообще тю-тю? Это новогоднее предсказание. Что вам предскажут, то и будет. Вы что, не хотите узнать, что вас ждет в 2020 году? Просим, клиенты, проходите, вас ждет новогоднее предсказание. Всего лишь за $100, и мы полетим на Бали. Типа, ты можешь нас не вызывать, пожалуйста. Прощайте мои $100 и зимняя резина на мой мотоцикл. Ну, ребят, что вы там уже придумали, на что деньги нужны? Кнопа, ты о чем? Вообще-то у меня дар. И мы предсказываем за небольшую благодарность. И Бали. Дима, не Бали нас. Наконец-то первые клиенты есть. Девочки, что стоим? За следующими клиентами, быстро. Подходите, не бойтесь. Новые предсказания вас ждут. Груша, что стоишь? Пойдем. Ага. Ну и что нас ждет? Говорите свои предсказания. Сейчас все узнаете. Понятно, шарлатаны. Ну ладно, я пожертвую свои $100, но если мне предсказания не понравятся, я свои деньги заберу обратно. Так, ребята, давайте быстрее, сейчас следующие клиенты придут. Давайте, деньги на стол, мы вам предсказания читаете и уходите. Высовывайте. Читайте вслух, только по очереди. В 2020 году тебя пригласит на свидание незнакомец. Ты не пойдешь на свидание и отправишь свою подругу. А незнакомец Моргенштерн. Кто это такой Моргенштерн? С кем я пойду на свидание? Вы что, издеваетесь, шарлатаны? Кнопа, ты что, совсем от жизни отстала? Ты что, не знаешь, что Моргенштерна знают уже с садика? Он сейчас на пике популярности. Самый крутой и популярный певец. Кноп, подожди, у меня тут такое написано. В 2020 году ты встретишь свою судьбу. Ее будут звать Матюшка, и у нее будут красные волосы. Артем, тебе повезло, сама Матюшка с тобой встречаться будет. Ребята, чего встали? Быстрее, быстрее, уходим, освобождаем помещение, сейчас новые клиенты придут. Короче, Артем, мы просто попали на деньги, они нас обманывают, что это за предсказание? Матюшка, Матюшка с красными волосами. Короче, Артем, пойдем. Пойдем. Yes. Ну все, Дима, Бали ждет. Да. А давай Настю и Грушу не возьмем. Нет, Дима, ну они же мои подруги, так нельзя. Ладно. Все, ждем новых клиентов. Проходите.
Какие клиенты? Мы вообще мимо проходили. Ну, проходили. Вот, зашли в гости и идите к шаманам. Маруся, ты тоже ничего не понял? Ничего не понял, только понял, что вход $100. За что? Дорогие клиенты, проходите к нашим шаманам. Только не забудьте $100 положить. Они о предсказании сказали, что будет в 2020 году. О, предсказание — это круто. У меня сколько проблем было в 2019. О, круто! Я тоже хочу узнать, что будет в 2020 году. Я не поняла. Вы как встали? Девочка к девочке, мальчик к мальчику. Ага. Деньги на стол. И вытаскивайте предсказания. Yes! Настя, мне это нравится. Давай быстрее за клиентами. Мне тоже это нравится. Все, побежали. Предсказания мешаю, правду открываю. Высовывай. 2020 году у тебя не будет первого поцелуя, но тебе поможет Диана. Да, Маруся, я тебе помогу, а точнее Дима поможет тебе. Я? Ты хочешь на Бали или нет? Я хочу. Он тебя научит целоваться. В 2020 году. Ура, меня научит целоваться. Маруся, подожди, не кричи, я тут не могу прочитать. Читай предсказание, Артем, и оно обязательно сбудется. В 2020 году свои летние каникулы ты проведешь у бабушки. За плохое поведение будешь копать все лето картошку. Вот видишь, Артем, веди себя хорошо, ты будешь летом копать картошку бабушке. Все, ребята, свободны. Идите. Ага, спасибо. Артем, когда научусь целоваться в следующем году, я тебя обязательно поцелую. Марусь, ты что, у меня есть Вика. Ну ты злой. А когда следующее предсказание? Через год. Ага, мы придем. Yes, Дима, мы уже на полпути и будем на Бали. Так, мне еще надо купить купальничек, шляпку, шлепки и сумочку. А мне сомбреро. Дим, ну за сомбреро не будет видно твоих прекрасных карих глаз. Давай мы тебе просто маленькую шляпку купим. Ну ладно. Так, все, ждем следующих клиентов. Проходите. Костя, скорее. Проходите к нашим шаманам. Диана. Что? Костя ничего предсказывать я не буду, если он меня разоблачит. Дим, он тебя не разоблачит. Он нам $100, мы ему предсказания, а потом пока-пока и денежки наши. Так что не парься. Проходите скорее. Значит так, если вы думаете, что вам просто так дам $100, вы глубоко заблуждаетесь. Что вы делаете? Вам что, нечем заняться? Яна, Костя, вы что, не хотите узнать, что вас ждет в 2020 году? Да, у Дианы дар открылся, она всю правду предсказывает. Диана, серьезно? И ты можешь мне предсказать, что у меня будет с Гришей? Так, я вижу. С Гришей у тебя все будет, Яна, прекрасно. А теперь тяни предсказания. И не забудь $100 положить. Ну, если с Гришей все будет прекрасно, тогда тяну предсказание. Вот $100. Костя, чего стоишь? Ну тяни предсказание. Дим, ну смотри, если это обман, то тогда на меня не обижайся. Не крась волосы в 2020 году, иначе останешься лысой. Яна, это очень хорошее предсказание. Я уже отсюда вижу, как у тебя волоски начинают выпадать. Все, в 2020 году больше не красься. Да, а то я вижу, что Гриша меня не будет любить лысой. Дианочка, спасибо за предсказание. В 2020 году твоя бабушка узнает, что ты кричишь по ночам, Диана. Костя, ты что, меня по ночам зовешь? Так а ну иди отсюда по-добру, по-здорову и не возвращайся сюда. Дима, ты меня решил напугать? Так, Костя, успокойся, тебе могут даже деньги вернуть. Девочка, мы деньги никому не возвращаем. Поэтому, Костя, все, ты получил свое предсказание. Забирай его и уходи. Мы ждем других клиентов, да, Дима? Да. Костя, пойдем отсюда. Ты видишь, какие хорошие предсказания. Волосы не красим, потому что Гриша не полюбит. Пойдем. Да, я какая-то наивная. Yes. Так, ждем следующих клиентов. Так, заходите к нашим шаманам. Проходите. Идите вот прямо. Ребята, давайте поскорее проходите. Предсказания совсем мало осталось. Да, берите предсказания, если хотите словить удачу в следующем году. Послушайте, у меня вообще болит горло, и я ехала в больницу. Зачем ваши друзья меня сюда затянули? Мне мама послала за хлебом, а мне что, все деньги потратить на предсказания? Патрик, зачем тебе хлеб? Предсказания дороже. Подаришь маме это предсказание на Новый год, как подарок. Так, ладно, держите деньги и давайте предсказания. Патрик, а ты чего стоишь? Деньги. В 2020 году ты полетишь отдыхать на необитаемый остров, где найдешь свою любовь. В 2020 году тебя спалят родители, выброси Айкос. Патрик, и будешь спасен, ты что, читать не умеешь? Надоел уже. Нужно быстрее домой, у меня Айкос под подушкой. Не, ну нормально. Какую еще любовь я встречу на необитаемом острове? Там же никого нет. Костя,
Отпусти, пусть. Слушайте, быстро говорите, чья это была идея. Да, рассказывайте, кто придумал эти предсказания. Либо мы сейчас родителям позвоним. Что случилось? Что случилось? Я тоже предсказание купил. Капец, я так и знал, что с Костей нельзя связываться. Вот нам сейчас прилетит. Дима, спокойно, я сейчас все порешаю. Костя, я не поняла, ты к нам имеешь какие-то претензии или что? Ну что, долго сочиняли эти предсказания? Мы уже все знаем. На Бали собрались, да, значит, за наш счет? Ты ни при чем, я отпусти! Что случилось? Я не понимаю, что здесь происходит. Во-первых, отпустите Грушу и Настю. Костя, я могу тебе вернуть $100? Нет, никто $100 тебе не вернет. Груша, ну рассказывай, кто это все придумал? Я не расскажу тебе ничего. Ян, отпусти, я сейчас все расскажу. Диан, прости, пожалуйста. Это придумала Диана. Диана? Диана, значит, придумала. Костя. Костя, вообще-то эти предсказания придумал я. И никаких $100 ты не получишь. Дима, присядь. Знаешь что, Костя? Вот забирай свои $100, но больше сюда никогда в жизни не приходи. Диана, что на Бали собрался? Купальник тебе надо. $100 моих сюда. Капец, это нас что, надурили? Что? Давайте мои $100. Меня мама с хлебом дома ждет. Что? Да никто вам ничего возвращать не будет. Вы меня поняли? Да, вы прочитали предсказание и все. Да, все, Дима, забираем наши деньги, уезжаем на Бали. А вы тут оставайтесь. А вы на что, забыли? Мы как бы с вами работали. А вы, балаболки, дома сидите. И нас смотрите по телеку. Что? Куда вы не поедете? Мы все вернем, только маме не звоните. Ну, пожалуйста. Yes. Так, Дима, мы уже на полпути и будем на Бали. Но мне еще надо купальничек купить, шляпку, шлепанцы и сумочку. Мне сомбрелло. Какая сомбрелло? Ты че? Тебе и маленькая подойдет, а сомбрелло тебе не подходит. Да, Маруся, я тебе помогу. Дима тебя научит целоваться.